прошел 17 и 18 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Это стало главным IT-мероприятием года. Для участия в форуме со всего Дальневосточного региона съехалось более 500 представителей органов власти и бизнеса. Дальинфоком – эффективная площадка для обсуждения ключевых проблем развития информационного общества и IT-отрасли в Дальневосточном федеральном округе, созданная для совместной выработки участниками вариантов их решения. От людей, как она в своем месте зависит, будет развиваться регион или не будет. Начиная от маленькой организации, от маленьких до органов государственного. Дальинфоком 2015 открыла форсайт-сессия на тему «Смарт-регион. Инфокоммуникационная и IT-стратегия развития Дальнего Востока». Большое количество экспертов выступили на эту тему и сложно объяснили доступными словами. Смарт-регион – это, на самом деле, такая достаточно уже распространенная идея развития информационных технологий в регионе, в городе. Ее основной посыл в том, что мы сконцентрировались на тех задачах, которые наиболее востребованы для населения, для граждан, и пытаемся привлечь компании, которые могут внедрить эти технологии, чтобы они реализовали это максимально быстро и, как вариант, в неком партнерстве с органами власти. Было привлечено много организаций для обмена мнениями и опытом. Лидеры рынка и также начинающие компании представляли свои разработки, делились мнениями и достижениями. Дальинфоком – отличная площадка для презентации своей фирмы и знакомства с коллегами и партнерами. Мероприятие однозначно яркое, интересное, и сам факт того, что оно проводится в 10-й раз и вызывает такой интерес со стороны всех IT-специалистов в регионе, говорит о многом. Наша компания зашла впервые, мы показали преимущества наших тарифов, угощали всех черным кофе и рассказывали тарифы черные. Огромное количество обсуждений в формате круглых столов, выступления приглашенных экспертов, серии мастер-классов по прикладным темам сделали важные темы интересными, а мероприятие не похожим на деловое заседание. Дальинфоком – яркое событие телекоммуникационной отрасли. Очень приятно, что ежегодно форум собирает лучших экспертов. Это открытая площадка для обмена мнениями. Получается интересный диалог, замечательные дискуссии. Дальинфоком проходит с 2006 года. Основной целью является оценка перспектив и прогнозов, создание реальных предпосылок, а также определение ключевых векторов приложения сил. Такая площадка – то, что нужно для развития нашего с вами региона.